победу здесь. Хавьер Фернандес, Такахаси и Юдзури Ханью. Кевин Рейнольдс, который, возможно, сейчас там Москве. 4-3-3. Хотя, честно говоря, этим сразу не сам. Флип 3-3 с Ридбергером. Вот это не лишнее, но ошибка лишняя, конечно, правильно.
тройной Ридбергер. Мы видели, да, он финансовый тройной Ридбергер в ходе прыгнул. Да. Здорово, знаете, хорошая очень программа. В общем-то и однообразная музыка, а программа смотрелась очень хорошо благодаря тому, что он очень хорошо ее чувствует. Прочувствовал эту музыку, она дошла до его сознания, и он ее здорово исполняет. Молодец. Я даже вот, если он не прыгает каскад 4-3-3, впечатление от программы очень неплохое. Нет, впечатление очень хорошее, несмотря на то, что были ошибки. Сдвоил аксель в каскаде с правильным тулупом в начале программы. И вот проблемы с лупсом. Ну, а мы смотрим поэлементно всю его программу. Вот сначала то, что он сделал первым, это четверной сальто был. Нам повторяю затем... Тройной аксель, да. Нет, ну, но только аксель один оборот. Вообще, да, даже не сдвоил, он сделал второй оборот. Не так круто, две ноги. Конечно. Вообще, конечно, любопытно то, что фигуристы, поскольку постоянно они на тренировках исполняют четверные прыжки, они даже способны выехать из четверного прыжка, вот так вот приземлившись на две ноги. По большому счету, это как некий страховочный вариант рассматривается, даже иногда, порой. Так, например, помните, у нас Джонни Вэйр так приземлялся с четверного, когда он пробовал делать. Ну да, показывает, что вроде делает, а сам избегает травм. То есть, может быть, травм при падении. Порой исполняет. Понятно, что это не совсем осознанно, да, но какая-то внутренняя подсознательная... Подстраховка, конечно, конечно, страховка. Он получает 216 всего, обгоняет предыдущего.